Начало положено. Для жителей микрорайона «Крутые ключи» момент исторический. Памятная капсула в честь строительства школы заложена. Этого дня жители поселка ждали с нетерпением. Здесь уже работает самый большой в стране детский сад, рассчитанный на 1000 с лишним детей. Вскоре им идти в школу. Пока школьники ездят за знаниями на мехзавод. Неудобно маленького ребенка собрать, отвезти на автобус, отвезти в школу, потом с автобуса назад. Конечно же, неудобно. Маленькие дети должны ходить территориально по месту жительства в школу. Мы как раз попадаем в эту школу в первый класс. Новая школа рассчитана на 1300 учеников. Помимо классных комнат, здесь оборудуют спальни для учеников младших классов и групп продленного дня. Игровые комнаты, спортзалы, бассейн, школьный музей и собственный ботанический сад. Оборудованное по последнему слову техники учебное заведение должно стать лучшим в регионе. Школа рассчитана и спроектирована полноценная. Мы подробно очень рассматривали проект школы. Определились, чтобы она была такова, которая бы учла все современные требования для и образования для детей, и для воспитания соответствующего. Будет все. Новая школа откроет свои двери для учеников уже 1 сентября 2016 года. Ход ее строительства на особом контроле региональных и муниципальных властей. Марина Матвеевична, Станислав Левин. События.